Салам алейкум, всем привет. Получил новый прицел Рика НВ, 640-я матрица. Очень удобный, компактный, легкий. Крышка шикарная. Наглазник сидит очень крепко, шикарно. Как у других, не слетает. Дальномер работает шикарно. Замерял я дистанцию 1112, хотя он написан 1000 метров. Очень интересный прицел. Понравился. Во влажную погоду очень шикарно показывает обзор. Обзор дальше будет. А, покажи еще планку. Быстро съем. С кнопочками фиксируется. Очень удобный, мне понравился кронштейн. Сидит шикарно, невысокий. В общем, прицелом первоначально очень доволен. Выехал один день, пострелял шакала. Дальше будем стрелять волка. Салам алейкум, всем привет, доброго времени суток. Выехали на охоту в Ногайский район, очень много волка, ребята засняли на дрон. Записи сделали, там девятка волков, очень борзая, очень много нападений. Будем пытаться достать их сейчас. Очень наглые волки, долго времени не было выезжать, уже месяц, даже больше месяца, как видео скинули, попросили помочь. Вот сейчас встретил наш Аслан, товарищ. Едем за ним, будем пытаться испытать, кстати, будем испытывать новый прицел Рика НВ, который мне очень понравился, будем показывать вживую, как она работает, какие есть плюсы, какие минусы, потом уже буду указывать конкретно на них. Погнали! Гоним по барханам в поисках волка, волков большой стаи. Сейчас доедем на точку. Будем подзывать.
все истоптано. Кошмар, сколько было здесь? По количеству следов, я даже боюсь сказать, натоптано голов 8, 9, 10. Этот крупный, тоже не маленький. Собаки здесь, щенок всего лишь маленький. Однозначно не собак, все это волки натоптали. Вот этот, смотри, пальцы какие. Вот этот очень крупный. Салам алейкум всем. Доброго вечера. Вот он, один. Как настроение, Марсель? Шикарно. Охота в голове. Слан, как ты? О. Кобелек? Еще живой? Не-не, живой. Не этого года, крупный. Года два, по-моему. Прошлая годка, наверное, да? Прошлогодка или позапрошлый? Переярок, что ли? Тот крупный был. Где? Далеко давай, тут? К следующему поставим. Давай. Ложбинки, да он? Очень высокая влажность. Туман есть уже давно. Это мы через прибор-то видно. Она... Так, вот он, серый волк. Тоже кабель, даже? Да, тоже кабель. Язык показывает.
В общем, вот такие два волка. В общем, состоялась охота. С новым прицелом Рик НВ. Очень я им доволен. С прицела кайфанул. Опять пришлось охотиться с подхода. Сколько у нас часов ушло? Часа два ушло, да? Да. Никак не шли. Если не меньше. Никак не уговаривал, не шли, не шли. Пришлось с подхода. Устал. Стрельба тоже такая была. Новый прицел, чуть непривычная. Ну, взял. Плюс один подранок тоже ушел. Надо его искать. Фух. Рассказывай примерно, какие ущербы они делают. Ну, ущерб они... Давай. Нормально делают за сезон. 5, 6, 7, вот так берут они. 5, 6, 7 да. У тебя? Да. У меня одного, конечно. Остальные? Остальные, честно говоря, никто не делал. Да, ты с учетом того, что ты на ночь загоняешь кот. Да, конечно. Это который днем. Что они вытворяют в других кошарах, окружающих тоже. Это беда, конечно. Это беда, конечно, сильнейшая. Точно посчитать я их не смог. Было 7-8 штук, посчитали изначально. Чуть они пошли, потом развернулись, ушли и все. Я не могу понять, почему они так действовали. Ну, тем не менее, по старой схеме с подхода добыл двоих. Продолжение будет. Так, снимаем шкуру с волка. Обратите внимание, какой он жирный. Как барсук. Нормально они тут питались.